Всем приветики. Купила себе такой вот адаптер питания. Он на 5 вольт и 1 ампер. Вот в таком пакетике просто пришел. Ну, почтовый пакет и такой пакет. Кстати, плохо упаковано. Такие вещи должны идти в пупырки. Вот такая вот штука. Адаптер питания. 5 вольт, 1 ампер. Брал я его для часов, потому что у меня он работает от USB-шника. Адаптер питания от USB-шника пищит постоянно. Я не знаю, мне кажется, это ненормально. Поэтому я купил другой, надеюсь, он пищать не будет. Вот. Да и вообще, как бы, мне тот адаптер, на котором выход под USB-шник, вот здесь и самому нужен. Поэтому я туда для часов купил вот такой вот. Но там вот эта штука получается поменьше. А я не знаю, насколько она меньше. Поэтому я взял комплект таких насадок, чтобы чуть что подобрать под часы. Вот. Сейчас проверим, работает или нет. Заодно подключим часы. Вот часы, получается, которые я когда-то покупал. Такой разъем в них. И в комплекте с ними была такая вот штука с выходом на USB-шник. Ну, то есть, вот она. Вот он такой USB-шник и подключается. Получается, я подключаю в адаптер. И вот так вот включаю. Но эта штука пищит постоянно. Поэтому я хочу другую. По размеру вроде как вот это подходит, мне кажется. По размеру. Вот они. По размеру одинаковые. То есть вот эту штуку снимаем, одеваем на этот адаптер и вставляем сюда. Все. Зашло. А теперь надо проверить, будет работать или нет. Ну вот я подключил, получается. Вот оно вставлено сзади. Получается переходник, сам провод. И вот он идет, провод. Идет провод в розетку. Ну, в розетке, как я уже видно, вон лампочка горит. Но он тоже пищит, как бы. Я думал, ну, то есть, получается, это нормальное состояние, что он пищит. Просто когда телефон заряжаешь через такой же адаптер, ну, когда на выходе здесь USB-шники к телефону, ничего не пищит, а вот почему-то от часов пищит. Если отключить, часы тухнут, и здесь лампочка темнеет. А если включить, она сейчас загорится. Вон она загорелась, и часы загорелись, но она пищит как бы. Не знаю, слышно там, не слышно, но идет такой писк получается. Вот я к микрофону подвожу блок, по идее должно быть слышно. Писк такой. Сейчас вот к другой стороне. В общем, пищит, не знаю. Ну, неважно, ладно. Я его специально купил для часов. А тот адаптер, который у меня есть, вот этот, получается, уже буду использовать в другом месте. Вот. Так что все нормально. Часы работали, мы все эти проверили. То есть к ним оно подходит. То есть сам адаптер работает, потому что часы работали. К переходникам, которые здесь есть с адаптером, штекер подходит. То есть, ну вот я к нему подключил, оно подошло, подходит. Ну, здесь они все одинаковые получаются. Он 2,5 мм и здесь 2,5. Он ко всем подходит. Так что все нормально. Вот оно. Переходники для разных типов устройств. И адаптер. Ну, вернее, эти переходники подходят к этому штекеру. Вот они все переходнички. Здесь подписаны. А, Б, С, Д, Е. И вот пронумерованы, подписаны. Лучше бы, конечно, были бы миллиметры написаны, где какой миллиметр. Здесь просто буковки, лучше было бы там, например, 2,5, там 2, там, ну и по уменьшению, сколько они там, чем просто циферки. Так, по-моему, ничего нигде не написано. Какой у них размер, это плохо, жалко.
Вот, например, я этот использовал. А какой там размер? Вообще не видно, только H стоит. И все. То есть подбирать не по размеру придется, а по... Ну, то есть, как я вот делал. Взял штекер, прислонил, посмотрел, что они одинаковые по размеру. Все, значит, в этот. Вот такие переходники. Сюда к штекеру они подходят. Сам адаптер рабочий. Только что проверили часы. Соответственно, теперь часы будут работать от него. А вот эта штука, что в комплекте, мне уже, соответственно, больше не нужна. Потому что будет вместо нее вот эта штука работать. А вот эту штуку, которую я подключал, потому что в комплекте есть провод, но нет адаптера. Адаптер свой. А чем мне заряжать? Там пауэрбанк, например. Поэтому я его им обратно буду заряжать пауэрбанк, а часы подключу через адаптер. Потому что он постоянно задействован, и как бы они на кухне стоят, и неудобно как бы там. Поэтому вот, я специально купил адаптер, и теперь буду его использовать. Вот. Все рабочее, все хорошее. Вот он сам адаптер. Шел без пупырки, ничего не сломалось. На вид качественный, ни царапинок, ничего нету. Часы работают. То есть он целый, работает. Лампочка работает. Переходник тоже работает. Вот такое вот устройство ко мне пришло. Вот как-то так. На этом все. Всем покедова.